Всем доброго дня и хорошего настроения. Я сегодня хочу приготовить салат с копченым мясом. Салат вроде бы и простой на первый взгляд, но очень вкусный. Если вам интересно, как он готовится, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? На 150 грамм копченого мяса оно может быть любым. Одно яйцо, один средний огурец, 70 грамм кукурузы, четвертинка лука, майонез, и яблочный уксус, чтобы замариновать лук. Если для вас такое количество ингредиентов маловато, возьмите и увеличьте в 2 или 3 раза, как вам будет удобно. Вся информация по этому рецепту будет оставлена в инфобоксе. Ну а сейчас приступаем. Первое, что необходимо сделать, замариновать лук. Нарезаем его соломкой. Немного соли. Немного сахара. Перемешаем с солью и сахаром лук. И добавляю немножко яблочного уксуса. Опять перемешиваем. И оставляем мариноваться минут на 5. Ну а пока начнем нарезать салат. Мясо нарезаем небольшими кубиками. Я огурец почистила, если у вас нет в этом необходимости, можете его не чистить. Нарезаем также мелкими кубиками. Добавляем кукурузу и замаринованный лук. Немного соли, перца и майонез. Теперь все хорошо нужно перемешать. Ну вот и все. Салат готов. Он подойдет как для семейного обеда или ужина, и также прекрасно украсит ваш праздничный стол. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!